Несколько лет назад Масальский сыграл роль Городулина в спектакле «На всякого мудреца» довольно простоты Островского, поставленном Виктором Яковлевичем Станицыным. Участие мастеров старшего поколения мхатовцев Яншина, Станицына, Пруткина, Масальского определило уровень этой работы. Легкими изящными мазками, показывая этого салонного шаркуна и стареющего фата, Масальский наглядно раскрывал все внутреннее ничтожество этого столпа чиновной империи. Так что же нужно вашему племяннику? Курточка, панталончик? Вы мне надоели, слушайте, не перебивайте. Все, к чертовой матери. Все это семейность, прошлое и все вообще. Сочини маленький кавардак. Покуда хозяйки нет. Рошель, я тебе плясуна покажу. Отдай за уважение, да и все. А у меня осел на шее, нельзя обойтись. Ладно, говорю, беру десятку. Помните, не придет.